Это компонент мужского костюма, который хорошо известен в истории костюма разных стран: Белоруссии, Литвы, Украины, Польши, Чехии и других стран. Слово «жупан» происходит от латинского «жупа», что обозначало длинная одежда богатой мужчины. И отсюда возникли белорусские слова «жупан» – «жупица», польская «жупан» – «жупица», немецкая «жупа», французская «жупан». Этимология слова «жупан» будет также от турецкого «жупан», «чекан», «жупин», и означало это длинное платье, также от итальянского «жупоне» – широкое мужское платье из грубой ткани. Жуба – военная одежда, которая в свою очередь происходит от арабского «жупан» – платье шерсти. В своей основе жупан – это распашная мужская одежда, которая имеет застежку по центру полочки, длинные рукава. Такой вариант одежды известен многим народам Европы благодаря своей простоте и функциональности. Однако жупан не всегда входил в комплекс парадного церемониального костюма. В X-XIII веках церемониальный костюм князя состоял из туники и мантии. На паше церемониального костюма импортировались разнообразные шелковые ткани, ленты, тесьма. Прототип жупана в средневековье шился из шерстяных смешанных тканей, многочисленные образцы которых найдены на территории Беларуси. Ткани X-XIII века были разных цветов, разных цветов: коричневый, бордовый, охра, черные, полосы, разной ширины. Жупаны, возможно, могли иметь разную длину. Это мило. Посередине их, так как разную длину уже выяснено, имели туники и сорочки. Наиболее сохранившимися является мужская свита, одежда, которая была найдена в культурном слое Витебска 12-13 века. Археологи Ольга Левко и Леон Калетинский. Одежда была распашная, из плотной ткани в полос. Разнообразие тканей, их толщины позволяло шить жупан зимний и летний и застягивать их на фигу, на металлические, костяные, деревянные пуговицы, украшать одежду металлом. Воротник шерстяной одежды мог украшаться тканой ленты. Одежда могла иметь подкладку. Такая одежда являлась частью костюма воина. Стиль готики конец XIV века, XV, создание Великого княжества Литовского, которое привело в двор Великого княжества Литовского изменения в мужском костюме, и с этого времени распашная одежда стала более приталенной, короткой, либо очень длинной, что выразительно иллюстрирует миниатюры княжеские печати. Жупан оставался элементом военного костюма. Разнообразить костюм и мужскую одежду помогали плотные ткани разных переплетений. Эпоха Ренессанса изменила отношение к костюму. В это время белорусский костюм, литовский костюм, польский костюм на белорусском языке жупановый строй. Он с конца XVI века стал уникальным костюмом в истории европейских костюмов. По отличительному комплексу, по качеству и высокой художественной ценности его компонентов. В первую очередь слуцкого пояса, по длительности бытования, почти 300 лет. Жупановый костюм с конца XVI века носили великий князь, представитель магнатерии, шляхты, а также элита горожан. Этим они показывали уникальность государства, статус своего владельца в обществе. В конце XVIII века кунтуш даже стал форменной одеждой послов на Сирии, послов на воеводстве. Следует назвать основные причины происхождения, ну, точнее, закрепления в элите знати костюма с жупаном. В первую очередь это изменение мировоззрения, под воздействием идей эпохи Ренессанса.
возникновение отличительных региональных костюмов во всех европейских странах. Мифологизация происхождения шляпы, которая подчеркивала родство и однородность шляпы, сформировала все проникающее чувство избранности, особенности, военной самоотверженности его представителей. Также на это повлиял ориентализм. Это непосредственное заимствование образцов восточного искусства. Длительные тесные экономические взаимосвязи со странами Востока. Постоянное проживание на территории Великого княжества Литовского, татар, армян. Также повлияли государственно-правовые преобразования. Издание статута Великого княжества Литовского 1566 года, которое законодательно закрепило равенство всей шляхты, их прав и привилегий. И, соответственно, это отразилось на единстве костюма. Следующее из причин – это появление лекционных семей. 1573-1585 года уездных семей, на которые любой шляхтич мог влиять на политическую и общественную жизнь государства. Визуально одинаковый костюм подчеркивал равенство шляхты, а происхождение лекционных королевских особ, их собственное пристрастие к выбору одежды, ощущение местных традиций и умение их поддержать тоже повлияли на развитие костюма Жупана. Во время правления выборного короля Стефана Батория 1575-1586 года укрепилось элементарное влияние на стиль одежды Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Произошло подражание моды королевского двора привезенного из Гены. В это время это контрольная Османская империя. Жупан, конечно, менялся. И после 16 века на дальнейшее развитие жупана шло не по пути коренных преобразований, а путем изменений, связанных только с изменением воротника, рукава, совершенствованием композиции, орнаментальных мотивов шелковых поясов. Шелковый пояс с золотыми нитями, он начал производиться на территории Великого княжества Литовского, в том числе в Слуцке, и на территории Польши и многих других стран. Наиболее художественные ценности это были именно жупаны, именно пояса, созданные на территории Слуцка. Жупан шили из разных сортов шелка, тонкого сукна. Жупан всегда имел подкладку из шелковой шерстяной ковчег бумажной ткани, которая была ближе к цвету верха, реже контраста. Поэтому жупаны потом стали носить кунтуши. Основные цвета, которые существовали в костюме белорусской шляхты, это все оттенки красного цвета, темно-красный, красный, иначе кармазиновый. Из-за этого шляпку называли кармазин. Следующий цвет, второй со стороны цвета, это белый, серебряный, золотой. И третий, очень распространенный цвет, это натуральный светло-серый цвет, в том числе от серебра и оканчивая цветом шерсти. Натуральная шерсть и овец. Когда поверх жупана стали носить кунтуш, то пояс в том числе мог перейти и на кунтуш. Ну и я вам показываю вариант завязывания пояса в костюме шляпы. Значит, на сегодняшний момент продолжительность жизни этого костюма повлияли многие причины. На территории Польши этот костюм жил на 100 лет меньше. На территории Великого княжества Литовского он просуществовал почти до конца 19 века. И этому поспособствовали не только удобство компонентов, а то, что на протяжении веков это было символом равенства, достоинства шляхты, патриотизма, свободы и борьбы за независимость Отечества. На землях Великого княжества Литовского жупановый костюм, особенно после раздела Речи Посполитой 1772-93-95 годов, восстание Тадеуша Костюшки 1994 года, восстание 1830 года. С этого времени костюм сам стал символом активной позиции шляхтича в обществе, символом патриотизма, достоинства, социальной и национальной идентичности. Так, на продолжение веков костюм жупана сформировался как белорусский народный строй и как символ наших стран, скажем. Check out.
Мано-драугелю, судя в явный сердце.